Всем добрый вечер, хорошее настроение, позитивчик, миру нервных главное. Сегодня опять жарко, у меня вентилятор работает. От спасетки. Вот я заварил фунчозом и китайски с классическим грибным соусом. Вот еще несколько зернышек осталось. Он желтый. Перец болгарский был, тоже соус. Может, ложки есть или нет. Сейчас буду пробовать. Ну, я порезаю немножко. Наш длинный так. Это как проволока. А так и размякло. Остренькая. Он по мне где-то 8 из 10 на любителя. Приятного всем аппетита. Тошка неудобно, но кому же легко. Скользко, как рыба ленёк, а с ложкой ускользает. Жик. А вот, ничего, нормально. Для позитивщика, витаминчики, петрушка с укропчиком. Всем здоровья.